Такой у меня есть чудо-аппарат, культиватор. Сейчас буду возбуждать его. Год он у меня простоял. Помощник пришел. Куда? Куда побежал? Фунте. Вот. Фунтик. Фунтя. Так, вот такую штуку принес. Быстрый запуск для двигателя. Сейчас будем. Так не получилось завести. Сейчас буду так заводить при помощи него. Шепчет. Теперь пусть поработает, прогреется, и поедем пахать. Дальше покажу. Как всегда, не без ремонта. Это регулятор скорости. Тут что-то залипло. Надо побрызгать сюда смазкой сейчас. Такой вот. Или вот такой. Вовнутрь тросика побрызгал, и должно быть все хорошо. Друзья, тут оказалось, как всегда, проблема. Тросик вот этот же. Внутри просто забился пылью. Я его туда-сюда дергал, пока не начал. Уже в тиски зажал. Короче, как механик у меня получается со временем. Вот этому культиватору уже больше 12 или 13 лет, ничего ни разу на нем не ломалось. А, нет. Налатался всякой хрени. Этот трос приводной я в том году поменял. И вот забилось. Вот здесь, оказывается, есть рубашка. Я не знал. Пластиковая, наверное, не пластиковая. Там пыль позабивалась. Я сейчас маской залил, там подернул. Ну, короче, часа полтора я с этим тросиком мучился, потому что идти на рынок за ним — это не резон сейчас, потом как-нибудь. Так что вот такие вот процедуры у меня перед паханием. Будем продолжать дальше. Все работает.
этот участок, я не знаю сколько он метров, если так шагами, раз, два, три, четыре, пять, ну шесть на два, наверное. Ну, мне ушло минут 10, наверное. Так что перебивай. Вот так вот все. Мне нравится. Что говорить. Пол, ну, там. Хотя, сейчас пойду еще дальше вот это. Вот этот участок. Где-то у нас под чеснок будет. Тут же зеленуха всякая у меня. Сейчас буду работать тут.
все, вот что вышло. Быстро как бы, да, там на съемке. Первый раз так снимаю, попробовал-то. Таймлапс какой-то там, что-то нашел в ускоренной виде. Ну, так вот. Я вам не скажу, нелегко это. Не отдыхаешь вообще нифига. Руки сейчас это, чуть-чуть в шоке. А сейчас еще придется это. Пока, так сказать, пока запал есть, надо сейчас будет малину между ряди пройтись вот здесь вот. Сейчас там фрезы надо будет убрать. Сейчас покажу как. Вот это тут шпиндик надо убрать. Так, раз. Тут он снизу. Как раз. Так, куда? Вот так оттаскивается. Вот так вот снимается все. Получается две фрезы. И не забывайте на место ставить. У кого есть, а то я так уже одну потерял. Короче, одной рукой неудобно. Короче, вот эти заглушки, не заглушки, как фиксаторы, на место ставьте, не забывайте. Вот такая вот беда приключилась. Регулятор хода рассохся, там внутри сломался. Ну, что ему времени уже сколько надо? Я и так уже думал, когда уже сломается. Просто рассохся пластик. Че ему уже сколько лет. Так что попробуем сейчас кое-как. Как-нибудь докосить, говорю, допахать. Надо будет разбирать и идти искать что-то новое. Вот так, блин, вообще караул. Сегодня, слава богу, все как всегда вовремя. Друзья, до смешного анекдот про блондинку, как вспомнил аж. Что-то машина не едет, там по колесу стучала. Стучала, тут там дворники ну, стекла протирала, фарами моргала, все. А то, что бензин кончился. Бензин кончился, он не заводится, это караул. Вот, я не знаю, бачок тут литров на 5, наверное, я не знаю. Написано, не написано. Не написано. Короче, кончился бензин. Сейчас будем заправлять. Самому смешно. Хорошо, бензин есть. Добавляю я в бензин такую вот присадку. Синтетический материал трения. Для трения или против трения. И вот колпачок на вот этот бачок. И нормально. Сейчас будем заливать. Ну все, прорядил, попахал, 5 минут дело, вот реально 5 минут, блин, что я все время раньше так не делал, а тут вот с тяпкой машешь, выкапываешь, все перепахал, все отлично, вот мой труженик мой, всем советую, если есть вариант, покупайте, я его купил лет, я же 12 или 15 назад. Я вообще не жалею. Сейчас таких уже, правда, не выпускают. Ну, другие, но принцип работы тот же самый. И вот, короче, у меня на все про все
если пахать, не считая там ремонта, конечно, ушло, ну, где-то час, наверное. Я вот этот участок весь перепахал. Малину там. Ну, и вот тот в начале, который. Час делов, там, отдых, воды попить. Потому что, ну, как бы тяжеловато все равно. Ну, оно того стоит. Так что, вот такой у меня сегодня последний день. Завтра на работу. Отпуск кончился. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А я сейчас помидорку какую-нибудь вкусную съем. Они еще 50 не убирали. Так что, всем пока. Стойте, стойте, не уходите. Хочу показать яблочки, которые вот классные такие, выжившие еще. От ветра не отвалившиеся. А, вот. Классные. А еще слива вот такая вот. Немытая. Вкусная. Прям какая красота. Всем приятного аппетита.